Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Аушера, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. На плечами пожимает и не слышит, стучит стекло. Не слышит? Какое там стекло? У меня стекло перед ней. Хорошо, даю команду сканеру. Сканер начинает отключать это стекло перед ней и выводит, отключает автоматически еще и конструкцию, находящуюся в ней. Один, два, три. Пошел процесс. До последнего чипа, датчика, импланта, конвектора, подключки все выходит. Ну, не конструкция полностью. Ноги, руки. Это какое-то как аппарат, в котором сидит кто-то и управляет ей. И где он сидит, этот в аппарате, который управитель, водитель крана? Он там? Сейчас, подожди, он еще отключается. Ждем. Да, и впереди у нее как стекло идет, через которое он смотрит. Он ее полностью заключил в этот аппарат и завладел как ее физическим телом, руками, ногами. Кто? Пока не вижу кто. Ждем. Все отключилось, голову отключаю сейчас. Аппарат сейчас в клетке. Хорошо. Вы меня слышите, видите, Аушера? Да, сейчас слышу. Хорошо. Хорошо. Мы вас приветствуем. Мы просим разрешения на диагностику и чистку. Она дает разрешение, но у нее сил мало. Она как присела. Хорошо. Подхожу к Аушере и сил моего намерения даю ей моих 100% энергии. Да, сейчас лучше. Хорошо. Я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Аушера, под ногами 360 градусов вокруг нее. Каких тела Аушера находит все. У нее 2 канала. Давай. Ящер с этим аппаратом и дракон сердечной чакры. Какой дракон? Синий. Какие цифры у дракона над головой? 36-12. Отлично. Считай цифру ящера над головой. 546. Хорошо, если ящер с кем-то связан, выстраиваются каналы, притягивая всех остальных ответственных. Ни с кем он не связан. Хорошо, значит, один уйдет в никуда. Итак, сколько находился ящер в этом биополе со своей конструкцией? 7 лет. 7 лет. Хорошо. А Аушера, вы 5 раз чистились. Вот 7 лет сидит эта сущность. Сколько синий дракон находится в этом биополе? 3 года. Почему синий дракон находится в этом биополе? Тебе давал? Гармонирует оно. Тебе давал кто-то разрешение на... Ее энергии. Тебе давал кто-то разрешение на пребывание в ее биороботе? Или ты считаешь себя сверхсуперцивилизацией, которой не надо разрешения? Не давал, но она пыталась связаться, и я услышал. С кем она пыталась связаться? Расскажи мне об этой ситуации подробнее. Искала своих кураторов. Не на той волне. Угу, понятно. И ты предстала перед ней куратором? Нет. Зашел на ее зов. Когда идет просьба, открывается определенный канал. И если он не защищен, может зайти тот, кто услышит, как в этом случае сделал я. То есть обманом, правильно? Для нас это открытый канал. Ну, хорошо. Если ты считаешь это нормально, я так не считаю. В моих руках появляется печать дракона, включая на полную мощность. Для нас это тоже нормально, дракон синий. Мне тоже твоего разрешения не надо спрашивать. Он это понимает и принимает наказание. Хорошо, выключаю печать. Раз принимает и понимает. Поехали с реверсом энергии. Я даю команду тонкой копии Аушеры спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низковибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Аушера. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить, возвращается к ним. Опиши, что идет. Боль, страх, блокировка.
боль, страх и блокировка. Так у я нее от виска до виска как труба стояла, вот эта конструкция, где она закреплялась сверху. И это блокировало поступление в третий глаз энергии, ограничивало это ее в ее продвижении знания. Понятно. Итак, ящер, я слушаю тебя. На каком основании ты 7 лет находился с этой мощнейшей конструкцией в ее биополе, перекрыв все энергии? Был эгрегор, которым она интересовалась и через который он пришел, но как... дальше остался. Какой это эгрегор? Он не понимает твой вопрос. Тот, которым она интересовалась. Аушра, вы понимаете, о каком эгрегоре идет речь, о каком учении, о чем вообще он сейчас рассказывает? Она много чем интересовалась, что было 7 лет назад, сразу не вспомнит. Хорошо, я вторую попытку даю ящеру еще раз напомнить, какой это эгрегор. Но он показывает это что-то, что учило ее медитировать. Он показывает, как она заходит в пространство и там проваливается. Куда она летит, она не знает. И это ваше учение, учение ящеров на Земле такое, да? Было бы интересно узнать, кто это такую мерзость распространяет среди людей. Как у нас с реверсом, посмотри, Вера. Это не мерзость, это недоучение. Недоучение. Это значит, что принцип правильный, но абсолютно неправильная теория выхода из тела. Понятно. В никуда. В никуда. Хорошо. Реверс закончился, Вера? Да. Посмотри, отлично. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Аушра забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Посмотри, что идет. Пока человеческая энергия возвращается, ящер говорит, что она хотела попасть в открытое пространство. А вот и попала. Он показывает на свою конструкцию. Ящер, насколько я знаю, ее несколько раз чистили в регрессивном гипнозе. По-моему, 5 раз она писала. Ты сидишь 7 лет. Ты присутствовал при всех этих чистках? Почему они тебя не нашли? Стекло не распознали. Понятно. Ты еще подключен к другим душам? Зачем? Я не знаю, зачем вы подключаетесь к другим душам. Встречал особи, которые очень многим подсоединены другим людям на Земле. Ходят не и собирают. Не с такой конструкции, как у меня. Ну, понятно. Ревер закончился. Отлично. Хорошо. Так, синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью. Возвращайся в клетку-тюрьму. Плата в сердечной чакре отключил. Он полностью вышел. Хорошо, вышла плата. Вы выстраиваете от Аушры канал к этой плате дракона. И реверсом иду весь негатив, который пришел от этой платы. Мощным потоком. Пошло все назад. Там нет негатива, там есть несовместимость. Несовместимость, больше хорошо. Больше забирал, чем отдавал. Угу. Установили фильтры золотой сеточкой на этот канал. И реверсом забираю все родные чистые энергии. Теплота душевная идет, которая растекается в свое тело полностью. Возвращается. Замечательно. Дракон воровал это. Готов. Хорошо. Под платами открываю портал в галактическое ядро. Платы уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Я даю команду сканеру еще раз просканировать Аушу на частоте ящера и его конструкции, если еще сопутствующие что-то остались, сопутствующие энергии или что-то незамеченное. Пошло сканирование. Если сканер находит, выводит это автоматически из ее биополя. Он полностью вывел конструкцию, остался фантом. И выходит этот фантом. Вышел. Открывая под ним портал в галактическое ядро, фантом уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь ящер с конструкцией, 7 лет сидел, 546-й. Еще дракон у меня есть, но я намеревался его отпускать. Дракона отпускай, конструкции ящера заберем. Хорошо. Дракон, я хочу получить от тебя слово дракона, что ты больше никогда не придешь в это биополе. Даю слово синего дракона. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона, и синий дракон уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. А забрали конструкцию ящер. Хорошо.
Поехали дальше. Хорошо. Переходим к процессу активации, идентификации души. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она говорит, я солнечная, и мне нужно это тепло, чтобы было в руках и ногах. Понятно. Солнечная душа, душа солнца? Да, желтые энергии родные идут, как лучи. Хорошо. Если захотите Аушра поподробнее узнать, обратитесь она к нам. Она хочет передать своему биороботу, что да. Она может лечить ими себя, руки и ноги запускать. Лучи туда не будут гонять кровь. То есть как давать тепло, и кровь будет теплой. То есть она переносит энергии тонкого тела на физический план, объясняет таким образом. Все правильно, так это делается. Готово. Пусть тонкая копия Ауши вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 600. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ауши до числового значения 600 Гц. Пошел подъем. Значит, вы солнце Аушра. Очень хорошо. Мы там были с Верой в прошлом году. Она говорит, прекрасно. Теперь я помню, как пользоваться своей энергией и лучами. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. То есть вопрос лечения вы в состоянии сами, как осознанная душа, уже провести. Вы знаете, кто да, вы. Да, я буду практиковать. Замечательно, отлично, хорошо. И у нас еще Аушра хотела уточнить, где находится сейчас ее отец, который покинул это земное воплощение 6 декабря. Мы можем поставить монитор, посмотреть? Можем. И ставим монитор в комнате диагностики. И пошла информация об отце Аушры, где он находится сейчас. Если он нас слышит, может на мониторе проявиться. Он не будет проявляться. Да, энергия. Ему не до этого. Он говорит, что его душа счастлива. Вы хотите передать? И у нее достаточно света, чтобы жить дальше. Он говорит, что свеча теплоты очень поможет ему. Хорошо. Можем мы вам передать сейчас эту свечу? Нет, она ее зажгет сама. Она ее зажгет. Хорошо. Я благодарю вас. Не смеем отвлекать вас, если вы хотите что-то передать своей дочери. Отпусти меня, я счастлив. Отлично. Желаем вам всего наилучшего в новой жизни. Всего вам доброго. И отключаемся. Хорошо, Аушра. Ваш отец передал вам то, что он хотел вам сказать. У него все хорошо. Отпустите и ни в коем случае не испытывайте негативные эмоции в связи с этой потерей. Смерти на самом деле нет, как вы понимаете. У человека закончилась программа, и он пошел дальше. Зажигайте свет, и вы всегда можете с ним коммуницировать. Я думаю, как солнечной душе у вас это отлично получится. Хорошо, мы закончили. Как вы себя чувствуете, Аушра? Я горю изнутри своим пламенем, освещая лучами все вокруг. Я теперь поняла, что как солнце нужно нам для теплоты и света, так же я, как солнце, оберегаю тех, кто вокруг меня. Это верно. Теплом и светом. Только не забывайте о своей собственной защите, о своей личной защите. Мы вам дали текст Меркабы для установления этого универсальная защита для всех душ. Сбрасывайте негатив, как мы выдавливали эти шары. Поднимайте вибрации и энергии до тех значений, которые мы вам сказали. И это надо каждый день делать. И тогда у вас ваши энергии будут защищены, а вы не будете ходить лампочкой, привлекая внимание сущности, если ваши энергии не защищены. Они сразу это понимают. Благодарю за пояснение. Отлично. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Аушра в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.